Всем здорово, с вами Гидро94, и сегодня у нас реакция на реалистичный Undertale 7, в переводе от Neadequate Records. Я посмотрел шестой перевод, шестой части в переводе от Neadequate Records. Там, в принципе, не сильно отличается от того режиссера, разве что музыка и пары фраз. А спонсор этого видео — новинка 2017 года. А кто это? Кто? Где? И чудник Грибова. И я как раз вспомнил, что боюсь всего Грибова. А кто это? Кто? Где? Когда? Сейчас? Ты? Господи, что страшнее, то, как закрылась дверь лифта, или то, что мне придется читать, что там написано. Запись 1. Ну вот, пора сделать то, о чем меня просил король. Твою-то мать! Мне что, все нужно читать? Вам в сумку. Нет, не буду тебя читать. Не, мечтай. Нет. Фух, наконец-то. Теперь вы серьезно? О, круто, раковина. Руки у меня довольно грязные. Не знаю, зачем я вам это рассказываю. Наверное, для сюжета. Давайте воспользуемся ей. А, это призрак. Присоединяйся к нам. Ладно, почему бы и нет? Что? Я такое говорю. Мне надо на поезд успеть. Поезд. Это типа амальгаметы, которые там были в Undertale. Слышали о новом президенте страны призраков? Он живет в жутком доме. Какого хрена? Кто его вообще пригласил? Неужели вся моя жизнь ложь? Я думал, что этот самый, тот, кого зовут на вечеринке. Нужно прилечь и пересмотреть свою жизнь. Эй, не плачь. Не знаю, что у вас тут значит плакать, но я определенно этого не делаю. Вот, смотри. Призрак ложка там тоже был. Что, отвали. Ты не знаешь моей истории. Кстати, об историях. Давай я расскажу тебе историю, друг. Лежа с тобой в обнимку, конечно же. Однажды, когда я был маленьким, я упал с лестницы. Круто. Это было больно. Я чувствую, меня что-то тыкает. А это моя пицца для микроволновки. Видишь, 2 минуты на полной мощности и бум. Спасибо за такой судьбоносный опыт. Эй, тук-тук. Кто там? Бу. Какое бу? Будешь угрожать, я тебе дверь не открою. И пиццы нету. Свет мой зеркальце, скажи, да в штаны мне на... Господи, я в натуре на жирафа похож, а? А еще сзади меня призрак. А ты кто такой? Дух цыплят? Попробуй сделать что-то таинственное, дитя. Я уже и забыл, что ты есть. Загадочное, значит. Готов? Как ломчик. Что это было? Что-то триггернется. Я ж говорил. Господи, друзья-призраки! Попробую слиться с толпой. Кому нужно звонить, чтобы начать на кладбище генеральную уборку? Уборщиками за привидениями? Нет, генеральная уборка Инкорпорейтед, алло! В названии же сказано, зачем звонить уборщикам за привидениями? У них и так одна звезда на Google Maps, если поискать. Ты что, вообще поехал? О, да почему меня никто не понимает? Отойдите, друзья-призраки, сейчас пойдем вам за едой. Что они вообще едят? Воздух? Ну, естественно. Воздух только приготовить сначала надо, он еще в духовке. Кто из вас ест в полной прожарке? О, я! Окей, остальным слабые прожарки. Окей, отлично, я скоро буду. Будьте добры накрыть стол, ребят, это было бы здорово. Дилан, мы уже говорили с тобой про это. Выполняй дела по дому, или я тебя закрою в чистилище. Я тебя ненавижу, ты даже мне родная мама. Ох уж эти дети, а. Уверен, они были бы рады остаться в детдоме, чем быть с тобой. А вот тут становится интересней. Это типа мой зоопарк. Мой призрачный зоопарк, если быть точным. Уверена, ты о зоопарках знаешь. Точно так же, как и о пытках. Асгар хотел, чтобы я изучила призраков и все такое. И я устроилась на шоу «Охотник за привидениями». А потом меня уволили после 2 эпизодов, потому что я случайно посрала в коридоре. О, господи, что? Так что винить тебя не могу. Видишь ли, в отличие от людей, тела острова... О, блять. Сейчас начну сначала. Видишь ли, в отличие от людей, тела монстров не имеют достаточной физической ма... Да, блять. Просто расскажи в 2 словах. Мы делали человеческие тесты на монстрах. Да, в этом есть смысл. И из-за этого я ужасный монстр. Это тебе я мог сказать. У тебя на все есть саркастичное замечание. Нет, что ты? Так что вот эти призраки, которых ты видел и все такое, они были типа монстрами, а теперь они типа нет, и теперь они типа мои приемные дети. Знаешь, это даже мило в каком-то роде, то, что ты их себе взяла, ну, за исключением тех человеческих тестов и их убийства. Ты имел в виду монстрские тесты? Это моя подруга Анита, она очень легко триггерится. Мужики. Неприятно думать, что я хорошая женщина. Стоп, ты женщина? Но мне пора. Ну, как феминистка какая-то. На выход не упоминай никаких тестов, окей? Призраков это немного злит. Уж не знаю почему. Вон там лифт, на нем доедешь прямо до Асгора. Круто, давай его протестируем. Дитя. Ох, не знаю почему, но мои тестикулы так разболелись. В смысле, они не болят, потому что их нет, но тестикулы! Дитя, не надо, прошу. Ух, эти лампы такие яркие. Они прям достаточно яркие для лаборатории. Не такие уж они яркие. Пенисы. Прошу, прекрати. Ты тестируешь мое терпение. А вот дерьмо.
Сама сказала. Есть все-таки бог на свете. Этот бог я. Да заткнись ты! Ой, жопа, чую, не туда я забрел. Едой пахнет! Ла-да-ди, ла-да-да-ду, ла-да-да... Господи Иисусе! Похоже на начало очень странного хентая. Эй, привет. Я заметил, что ты здесь. Вам не сегодня тентакля будет, да? Да, там была какая-то хрень в воде. Я не насрать. Онион-сан, понятно? Чего у тебя рожа так перекосорёжена? Плохие гены. Тогда надо было с Петьками общаться. А? Ну ты понял, гены? Типа какими? Смешно же. Да забей, окей? Ну почему меня никто не понимает? Решил посетить водопад, а? Ну, видимо, да. Классно тут, а? Я бы дал 3 звезды на Yelp. Тебе нравится, а? Это твоя особенность, да? Это моя особенность, а? Вот такие у вас там особенности. Вы просто берете рандомное слово и пихаете в конце каждой фразы? Давай пробну. Я тебе писец ненавижу, бла-блау. Что это было? Моя коронная фраза, бла-блау. Основанная на твоей мамке. Как будто хреном подавилась. Щупальца? Это я уже видел, давай что-то новое. Тостеры? Какунь! Тебе понравился тост, а? Да, очень, ла-ла-ла. Большое спасибо, ла-ла. Да не за что, а? Ну спасибо, надеюсь, больше никогда тебя не увижу. То есть ты красивый, и тебя ждет успех. Не уходи, мне нужен друг. Мне нужно кому-нибудь выговориться. Сейчас он скажет вести себя хорошо, да? Веди себя хорошо, маленькое дитя. Придется вести себя хорошо. Окей, друг, что не так? Выговорись, поделись проблемами. Странный луковый чел существо. Все это началось давным-давно. Я недоволен тем, что мужик немного плывет. Я расскажу тебе историю мистера Онионса. Эй, народ, есть у кого что? Желательно, чтобы передословить что-нибудь. Продолжай. Понимаешь, я, Онион-сан, а? Занимался своими делами в холодильнике. И вот, в один судьбоносный день человек достал меня из холодильника. Он хотел меня разрезать, но вдруг начал плакать, поняв, какую ошибку он совершает. Да, определенно поэтому. И тогда он снова полез в холодильник и достал 2 других луковицы. Моих мать и отца. Человек растерзал их у меня на глазах. Разрезал их на кусочки. Мне было грустно. Грустно? Ты не был этим травмирован? Ну, я был не слишком расстроен. Ты мое лицо видел, нет? Да, справедливо. Мне было так грустно, что я убежал. Я упал со стола и приземлился на велосипедный насос. Какой-то ребенок накачал воздух внутрь меня, и я стал большим. И я пошел в армию. Я открыл креветочный ресторан. О, полегче, Форрест Гамп. Но когда я там работал, я подскользнулся и упал в реку. И поток унес меня в подземелье, где я доживаю свои дни в одиночестве. И иногда снимаюсь в фильмах для взрослых. Полагаю, это связано с тентаклями, да? Нет, тут больше зоофилия. Не, жизнь не мечта. Окей, я послушал твои бормотания пару минут, так что теперь я хороший парень или нет? Я не знаю, но... Поцелуй. Чё? Поцелуй мою щупальце, и тогда будешь хорошим Какого парнем. Какого хуй? Нет! Целуй. Ладно. О, господи. Так ты перевозбудился. Я не буду это комментировать ни одной фразочки, я просто... Я всё. Какой хороший парень. Привет, друзья. Спасибо за просмотр. Мы очень рады, что вы смотрите именно нас. Именно в нашей озвучке. Следующая часть, скорее всего, будет последней, так сказал автор. В общем, будем думать, смотреть, что там. Последняя, там, по-моему, он говорил 9 было, ставьте лайки. 8. А, ребята, мы иногда стримим игры. В общем, можете приходить, посмотреть, как мы что-то там балакаем. Балакаем. Ну, мне понравилось. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях. И давайте до следующего видео.